Здравствуйте! Рада приветствовать вас на канале Мыло-Опт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению антивозрастного крема. Крема против морщин. Для этого нам понадобится основа для крема производства Франция. Понадобится масло кунжутное, нерафинированное. Я буду использовать антивозрастной пептидный комплекс производства Испания. Буду использовать баночку Tiffany 30 мл. Выглядит она вот так вот. Также аромат крему придаст отдушка Chanel Coco Mademoiselle. Также нам необходим будет мини-миксер. Пипетки пластиковые и палочка стеклянная для перемешивания. Двадцать пять грамм основы для крема мы добавляем несколько капель кунжутного масла, буквально 3-4 капельки. Этого будет достаточно. Далее мы добавляем антивозрастной пептидный комплекс. Его необходимо добавить также не более 2-3 капель. Перемешиваем. Соответственно, если масса крема будет больше и пропорции, соответственно, компонентов должны быть также больше. Далее в крем мы добавляем отдушку. Все зависит от интенсивности запаха. Я хочу придать такой легкий, нестойкий запах, поэтому я добавлю буквально 2-3 капельки. Перемешиваем. И с помощью мини-миксера хорошенечко все взбиваем. Для того, чтобы крем наш получил такую легкую текстуру и все компоненты между собой хорошенько смешались. Далее полученную смесь мы переливаем в баночку. И вот с такого количества ингредиентов у нас получается крем. Чуть меньше 30 мл. Скручиваем баночку и приступаем к процессу оформления. Для оформления я буду использовать коробочку для крема штрих-код. Буду использовать салатовую атласную ленту и наклейки. Мы берем коробочку, так как она продается в разобранном виде, и собираем ее. Собирается она довольно-таки просто и очень быстро. Вот так вот.
вот так вот. Такая вот яркая, небольшая подарочная коробочка, которая как раз будет вмещать в себя коробочку для крема. Размещаем наклеечку. Я размещу ее здесь, вот спереди. И просто сверху завяжем ее атласной лентой в тон коробочки. Лишнюю ленточку можно обрезать, можно на свое усмотрение завязать бантик, либо же приклеить бантик. И вот у нас получился такой антивозрастной крем с пептидом, такой яркой и красивой упаковки. Спасибо, что посетили наш канал, не забывайте подписываться, обязательно ставить лайки. До новых встреч!